Половина шестого вечера, сегодня по-прежнему 8 апреля 2023 года. Это город Ломоносов, вот станция электропоездов. Там же перрон, как обычно. Он главный машинист пошел. Тепловоза. Наверное. Да, возьму. Вот, а с Ломоносова встречает солнышко. А мы его встречаем улыбками. Это мое первое посещение этого замечательного города. Че ты улыбаешься? Надо в аптеку еще зайти. Вчера хрипел опять что-то. Ты же говорила, вода что-то там плохая, надо воду купить, да? Там пятерочка. Да, я тут в интернете видел. Висели в сети. Сфотографируем, они потом пришли. Как авторская. Только чтобы зум нормально был. А? Ну как хочешь, чтобы видно было окна и крупным планом. Пьяница. О, пятерочка. Ой, не надо. Полную сумку мороженого несу. Аж усы спать. Которых нет. Ну. А это улица Кронштадтская, как я наблюдаю. 6, дом. Дробь 49. Не знаю, что там на улыбке, короче. Не знаю почему. Вообще просто настроение улыбаться. Может, воздух как-то другой. Не то, что в Пятигорске. Там, наверное, дети зимой с горы на санках летают. Там сломаться можно, наверное. Вот фотоателье, пожалуйста. Где Леонов снимался. Уже фикс-прайс даже есть. Нам прямо идти, да? Прямо? Ага. Ну, пошли что делать. Вон самолет. Самолет полетел. В Омск. И церковь, видишь? Надо же. По булыжной мостовой. Дворцовый проспект. Красное, белое тут. Академия Грильбара. Ну да, я помню, там в интернете, помнишь, ты показывал мне видео, что-то с этой дороги, по-моему, да? Только дальше. Тут дядя Володя расписался. О, я подписался.
здания отреставрированы, такие же, как эти. Старинное здание. Вот, пожалуйста, квартира с отделкой за 2 миллиона рублей. Вполне можно купить. Прям завтра. Скоро снег окончательно растает. А где лучше? Пойдем. Ну, тут так, по большому счету, местные жители уже знают, да? Ну, если, типа, нас могут, как бы, считать, ну, что приезжие, да? Они, может, примелькались, я не помню, сколько населения города Ломоносова. Где окна забаррикадировали, что ли? Да, на первом этаже. Этот Иван, он памятник. И из комнаты принимал туда, где в комнате на квартиру. Это сельский район. Да. Тут только реально спортом заниматься. Да, сильно повысило. Вот мое первое посещение этого города. Улица Еленинская. Я правильно ударение поставил, да? Не почти пришел? Фонтан, почти пришел. Тут тоже такой развалившийся вид. Там человек, по-моему, лежит. Это, а знаешь, что это значит? Когда, по крайней мере, в Америке там или в Мексике ботинки на проводах, значит, тут продают наркотики. Ну, либо оружие. О. Вася, Вася, да. Я вижу. Смотрит, да. Как вы прилетели? Живой? Да. А тут даже смотри, шаурма, не шаверма. Шаверма не работает. Название по-другому. Пах, мясом пахнет. Да, чтобы раз, так не знаю. Так там на Серебряном бульваре. Или на... Ну да, на Серебряном. Тоже шаурма называется. Сейчас нас переименовали. Да. А что? Сейчас за фонтаном возьмем это.
Пожалуйста, мы пришли на улицу Костылева, где выдают костыли. Всем тем, кто нарушает масочный режим. Да. Вот дома домишко. Что было? Поле дураков. Надо как понять. Точно Костылёва или Костылева? Костылёва. Не знаю. Придётся обойти в грязь. Не пойду я в грязь. Слушай, а жарко в этой куртке становится. В куртке жарко становится. Куртки, говорю, мне жарко становится. Ну, я пропадала за что. На чем сидите? На балконе такие двери, смотри. Да, далековато, кстати. Ну, не сперва, просто. А вот и фонтан. Чую, мы рядом. А площадь минута. Ну. Как называется площадь? Фонтан. Ага. Это площадь, Ломоносова. Это центр Ломоносова. Лавочки даже есть. Грифу тыкать. Продам квартиру двухкомнатное объявление. Надо же. Но. О. Дома хлеб-то нужно покупать. Без хлеба будешь. Там много еды. Фонтан там со львом. Не показалось ли там, что рот открывается и так освещивает? Вот открывается. Да. Там освещивает. Так, из-за солнца показалось, из-за отблеска, что... И потом у него рот открывается и закрывается. А вон там что-то? Я не знаю, там не было, потому что у меня вон там, в зуме. Да, фонтан уже открыли. Видимо, заморозков не ожидается.
понял, да? Ну все, пока выключаю я видеофиксацию. Уже и так почти 17 минут не снимал. И прошлое 20 не снимал. А что пошли сюда? Почему бегать? Мы по Ленинградски пойдем. В общем, такой вот город Ломоносов, в первом моё прибытие в него, в этот город. Уже вечер, наверное, около 6 вечера. Лето, ну да. И автобус тут 3439. Надо же. До ветеранов? 343. Красиво. Вот и все. Пока. Пока.